Привет. Как ты попал сюда? Как дела? Плохо. О боже. WhatsApp, ребята, всем привет. Короче, если выйдет это видео, то все плохо и Мекасу придется собирать деньги на операцию, потому что он нуждается в операции. Нуждается. Вот такое у него колено сейчас в таком плачевном состоянии, чуваки. Так что если кто-то может чем-нибудь помочь, любой копеечкой, скидывайте на карту. Карта будет в описании этого видоса и в видосе тоже. Чуваки, не будьте равнодушными. Каждая копейка, блядь, спасет колено этому молодому. Спасет. Молодому киллеру. Так что, чуваки, все в ваших руках. Давай, расскажи мне, Казан, как это произошло. Да короче, еду я, значит, по дороге. Прямо, просто еду в потоке машин. Передо мной начинают выходить два чувака. Бомжа каких-то, алкоголика. Бухие, пиздец. Ну и, короче, я, типа, еду... проезжаю мимо них, начинаю орать, типа, блять, вам переход показать, типа, что-то такое. А он меня нахуй послал. Я, короче, развернулся, начал орать, я сейчас тебе ебало набью, типа, встану. В итоге я, типа, слишком близко к бордюру ехал и очень быстро. И понимал, что если я сейчас в бордюр колесом как-то въебусь, то, типа, уйду на дорогу. И пришлось ногу выставить. И, в общем, выставил ногу и, короче, колено развернулось и... Все, почувствовал хруст, боль, колено вот так, блядь, нога висела, как картошка, как мешок с картошкой, и все, после этого я отвалился. Так, чуваки, берегите свои ноги, колени разминайте перед каткой, потому что это, мне кажется, это, короче, уже было, блядь, давно, он еще в открытом парке подвернул ногу, думал, что это все, типа, блядь, баловство и так далее, а вот оно вышло, так. Что у него нестабильность в коленном суставе, даже брейс не помогает. Так что, чуваки, будьте осторожны на дорогах. Вообще, даже не обращайте внимания ни на кого, просто едьте, типа, прямо и не смотрите никому в глаза даже. Блядь, если он выходит, сбивайте его нахуй, лучше он, блядь, отъедет, чем вы останетесь без ног. Да, чуваки, вот такая вот история хреновая. Так что, если вы неравнодушны, зайдите и скиньте, блядь, хотя бы рубль. Чувак, нас уже 11 тысяч по рублю с каждого, и это будет 11 тысяч, и все, чуваки. И Мекас... Пол операции есть. Мекас без всяких проблем сделает себе операцию, будет кататься в два раза больше и два раза лучше, чем катался до этого. Могу трюк сделать. Не надо. Брейкданс потанцевать. Я хочу фотосессион.